Ника Завальская впервые принимает участие в благотворительном проекте. Выделила время в свои рабочие часы, чтобы порадовать детей красочным пейзажем под названием «Юг Франции». По образованию Ника дизайнер интерьера, но любовь к рисованию сопровождает ее всю жизнь. Мне кажется, тут каждый человек, который сейчас участвует, вдохновлен максимально этим событием, вкладом, который можно осуществить для деток. Здорово. Большое спасибо организаторам. Более 70 художников, дизайнеров и архитекторов собрались вместе, чтобы создать картины для детских учреждений, больниц, школ, интернатов. Организаторами акции стали неравнодушные предприниматели. Мы создали вот этот проект для того, чтобы прийти с искусством и облагородить те пространства, где живут детки, которые в силу жизненных обстоятельств оказались в этих условиях. Мне хотелось бы выразить именно слова благодарности каждому, кто, казалось бы, рабочий день, отменяют свои встречи, меняют свои графики и приходят для того, чтобы разделить с нами вот этот момент. В благотворительном проекте участвует архитектор Юлия Соловьева. Для детей она подготовила яркую летнюю картину, наполненную солнечными и радостными цветами, чтобы вдохновить и поднять настроение. Эмоции просто не передать. Есть столько людей, которые болеют за одно наше общее дело, за благотворительность, за помощь нашим деткам, чтобы все были счастливы, здоровы. Все эскизы, по которым создавались картины, предварительно согласовывались с арт-терапевтами и психологами. Это обеспечивает лечебный эффект для детей, которые получат эти произведения. У нас несколько тем. Есть портрет, пейзаж и мультяшные такие персонажи, которые будут жить в спальнях у детей, на которых они будут смотреть, засыпая, просыпаясь. То есть это такой позитивный референс, который мы используем для создания картин. Акция проходит в Самаре в 8-й раз. Ее проводят в разных локациях и всегда собирается от 70 до 100 художников, чтобы через творчество поделиться теплом со всеми, кто в этом нуждается. Августина Охременко, Валерий Майоров, «События».